В Северной Ирландии завершились выборы в Ассамблею. Победу одержала демократическая юнионистская партия. Она придерживается пробританской политики. Ей удалось занять 28 мест. Второй стала партия националистов «Шин Фейн», которая, наоборот, выступает за отделение от Великобритании. Причем разрыв между двумя политическими силами всего одно место. «Шин Фейн» получила 27 из 90 кресел в Ассамблее. Социал-демократическая и лейбористская партия получила 12 мест, Ольстерская юнионистская – 10. Оставшиеся кресла разделили другие партии. Выборы были досрочными. Они стали результатом политического кризиса, охватившего Северную Ирландию. В начале января лидер националистов Мартин МакГиннес покинул коалиционное правительство, где занимал должность заместителя первого министра. После этого партия отказалась назначать другого кандидата, инициировав тем самым роспуск правительства. Разрыв всего в одно кресло показывает, что юнионисты во главе с Арлин Фостер теряют популярность. Теперь на всех лежит общая ответственность. За короткий период времени нам необходимо создать сильную и стабильную администрацию. В предыдущий раз выборы в Ассамблею Северной Ирландии проходили год назад. Тогда победа была также у юнионистов, но разрыв с партией Шин Фейн составлял 10 кресел, а не одно. Теперь у двух партий-победительниц есть 3 недели, чтобы сформировать коалиционное правительство. Если договориться не удастся, то бразды правления Северной Ирландии перейдут Лондону.